Сегодня мы расскажем об электромоторе Hustwing Sapien E55. И не только расскажем, но и протестируем его в реальных условиях. С вами канал Озеро, погнали! Поговорим о достоинствах электромотора. Низкая цена – это самая недорогая модель среди электромоторов с такой же мощностью. Экономичность – никаких расходов на масло или топливо. Высокая мощность – используйте мотор на пластиковых, алюминиевых, надувных лодках и водных велосипедах. Никаких выхлопных газов и тихая работа. Получайте удовольствие от природы, а не от запаха бензина и рева мотора. Отсутствие запаха бензина и масла на руках, что особенно важно для рыбаков. Надежность. Мотор простой, а значит надежный, и это подтверждается 3-летней гарантией. Распакуйте мотор, установите его на транец, подключите к аккумулятору и в путь. И не нужно никакой обкатки, ТО или контроля работы системы охлаждения. Hustwing Sapien E55 подойдет для любых лодок весом до 1200 кг и длиной до 5,5 метров. Он отлично справляется с функциями основного, маневрового или троллингового электромотора. Характеристики электромотора Hustwing Sapien E55. Мощность на максимальной скорости 600 Вт. Тяговое усилие 55 фунтов или 25 кг. Сила тока 50 ампер. Частота вращения винта 1380 оборотов в минуту. Рабочее напряжение 12 вольт. Уровень шума 50 дБ. Количество скоростей 5 передних и 3 задних. Угол наклона головного блока от 0 до 110 градусов с фиксацией в одном из 10 положений. Рекомендованная емкость аккумулятора 150 ампер-часов. Размеры мотора. Общая высота мотора 114 см. Длина алюминиевой стойки 90 см. Минимальная длина румпеля 23 см. Максимальная 37. Длина кабеля 1,5 метров. Диаметр трехлопастного винта 9,3 дюйма. Вес мотора всего 8,6 кг. Мотор крепится к трансу с помощью двух струбцин. Все легко и просто. Закрутили барашки, готово. Далее подключаем к 150-амперному аккумулятору и видим уровень заряда на индикаторе. Затем опускаем мотор на 2-3 сантиметра ниже уровня днища, но не меньше, чем на 15 сантиметров от поверхности воды, чтобы лопасти не хватали воздух. Теперь устанавливаем наклон головного блока и длину румпеля для комфортного управления. И вперед! А теперь измерим максимальную скорость. Лодка у нас Парсун PR 340 с аирдеком длиной 3 40 см. Мотор Hustwing Sapien E55. Снаряженный вес лодки 120 кг. Погнали! Максимальная скорость мотора 6,5 км в час. Как по мне, результат хороший. А что думаете вы, пишите в комментариях. Кстати, если в лодке с одним человеком аккумулятор установить в носовую часть, то ее маневренность и скорость будут выше. Водоросли легко сбрасываются с винта. Просто поднимите мотор и включите его. Подведем итог. Hustwing Sapien E55 – надежный, недорогой и экономичный мотор для отдыха и рыбалки. До встречи на озере! Водоросли легко сбрасываются с винта. Просто поднимите мотор. И включите винт. И что-то не эффектно, да? Да, нормально. А так осталось сколько всего. И я весь в говне.